Канусян уже и не помнит, сколько раз он бывал на этом необитаемом острове. Сюда он приходит за прибившимися течениями деревьями. Раньше эти деревья были высокими, с густой кроной. Но из-за тайфуна их смыло с горы потоками воды. Вырванные с корнем деревья по течению попали в море, а затем волны прибили их к пляжу. Так тут и образовалось целое кладбище необработанной древесины.看到这个木头的时候，我就一直在想说，要用我的生命去唤起他的生命。我要怎么样来跟这个漂流木来对话？那创作好了以后，要留给这个地球一份礼物。 Камусян – известный мастер резьбы по дереву на Тайване. Сам он также родом из Тайваня. Уже на протяжении долгого времени он ищет способы усовершенствовать традиционную технологию резьбы по дереву, ищет для нее новые формы и наполняет ее новым содержанием. Резьба по дереву – один из видов скульптуры. Это ремесло с богатой историей. В Китае оно распространено широко и пережило свои спады и подъемы. Из-за различий в народных обычаях, культуре, доступных материалах и технологиях в Китае сформировались разные школы резьбы по дереву со своими характерными местными особенностями. Искусство резьбы по дереву на Тайване развивалось в тесной связи с религией. В приморских районах люди поклонялись богине моря Мадзу. В каждом дворе стоят несколько статуй богини. 那台湾因为对宗教活动很重视，所以以神明作为一个主轴，然后开始走上公益，变成生活上的习性，在传统上，它跟大陆是有相通的。 Появление резьбы по дереву на Тайване связано с мастерами-скульпторами из города Фуджоу и поселков в Западном Приморье, таких как Байган, Луган и Тунсяо. Эти поселки знамениты своими храмами, где поклоняются богине Мадзу. В этих местах берет свое начало резьба по дереву на Тайване. Кан Мусян родился в 1961 году в западном поселке Тунсяо, где резьба по дереву была очень популярным занятием. Когда Камусян был маленьким, резьба по дереву в поселке Тунсяо была широко распространенным ремеслом. Этим делом занимались почти в каждом дворе поселка. Основными изделиями были образы мифических богов и начальника Гуангюя, богини милосердия, божества долголетия, бога богатства и других. Чтобы покрыть бытовые расходы, уже в 13-летнем возрасте Камусян начал учиться ремеслу. Под влиянием среды он быстро освоил мастерство традиционной резьбы по дереву. Однако, если обычные ремесленники вырезали из дерева образы божеств, то подросток Камусян любил рисовать свои эскизы палочкой по песку на берегу моря. Он рисовал до тех пор, пока не приливала вода. Штрих за штрихом он изображал на песке свои фантазии. 接触大自然的时候，是我最快乐的时候。大人去捕鱼嘛，那小孩子就可以到海边去玩，去抓螃蟹，啊，那到田里面呢，抓泥鳅，那再来在山上呢。 跟那些树啊、鸟啊、虫啊，都会玩在一起。 Природа развела в Канмусяне богатую фантазию и острую наблюдательность. Прошло время, подросток вырос, ему захотелось увидеть мир. Он мечтал в своем творчестве выразить то, что чувствовал глубоко в душе. В 1986 году 25-летний Камусян, покинув родные края, отправился в волость Саньи уезда Мяолинь. В
Волость Саньи расположена на северо-востоке Тайваня. С восточной, западной и северной сторон ее окружают холмы. В горном лесу вблизи волости можно найти в обилии отличную древесину для резьбы по дереву. Это и способствовало процветанию здесь ремесла. Саньи одна за другой громоздятся лавки, предлагающие изделия из дерева. Здесь повсюду пахнет древесиной. В 70-е годы прошлого века резные изделия из дерева саньи продавались далеко в Японии и Европе. Мастерам из саньи сплошным потоком поступали заказы. В 1979 году на Тайване и в континентальной части Китая с успехом прошел документальный фильм «История городка», озвученный приятным голосом певицы Дэн Лидзюнь. Рассказанная в фильме история произошла как раз в волости Саньи. Техника резьбы по дереву, которой владели мастера из Саньи, благодаря фильму получила широкое внимание. Материалом для резьбы по дереву саньи в основном является камфорное дерево. Но иногда используют и древесину ценных пород. Корешника шелковистого, бука, можжевельника, сандалового дерева. Древесина камфорного дерева тонкая, плотная и твердая, не ломается и не трескается. У нее текстура естественная. Издревле это дерево считается лучшим материалом для резьбы по дереву. Для мастеров резьбы, чтобы сделать шедевр, в первую очередь нужно найти подходящую древесину, упругую, с четкой текстурой и блеском. Только такой материал позволит изделию стать оригинальным, придаст ему ценность в коллекции. Найти подходящую древесину для мастера подобно тому, что получить милость свыше. Выполняя резьбу, Камусян максимально пытается сохранить оригинальную форму дерева. Свой процесс работы он лирически называет диалогом. В отличие от резьбы по дереву в Тунсяо, где в качестве материалов используют правильную форму древесину, а тематика рисунков не меняется, в Саньи предпочитают деревья причудливой формы и из них делают естественные шедевры. Чтобы крепко стоять на ногах в Саньи, Камусян пришлось менять образ мышления и учиться заново. Обычно божественная тематика в резьбе по дереву ограничивается традиционными образами, позами, даже в изображении одеяний есть свои стандарты. Но Камусян воспользовался преимуществом саньи, деревьями причудливой формы, и соединил их со своим умением вырезать образы людей. В своих работах он стремится к сдержанности и великодушию. Благодаря мастерскому владению ножом он изображает людей, а причудливые формы деревьев придают этим людям характер и нрав. Уникальный стиль работы позволил Камусяну снискать себе славу в Саньи. Я
1995 году в Сани был учрежден музей резьбы по дереву. В нем собрали лучшие работы мастеров со всей области. На следующий год музей провел творческий конкурс резьбы по дереву на Тайване. А сегодня этот конкурс уже стал международным и собирает произведения мастеров со всего света.这个作品是达摩的主题，它是在1995年的时候，木雕博物馆开馆所典藏的作品。这个是要给大家知道，斜雕刻的刀法，从头开始做到好这个系列，就这样来的。从第一刀开始呢，它是从头部，除了选材以外，就是要看它的纹理，然后开始下刀，二刀，三刀，四刀，在这过程当中呢，就成为一个形体的。 Для демонстрации творческого процесса создания деревянной статуи Бодхидхармы Камусян выбрал способ градации. Эта серия скульптур стала классическим образцом традиционной резьбы по дереву в области Саньи. В то время техника резьбы по дереву в Саньи переживала перемены. 木雕文化的进阶，它已经走上比较这个艺术性，从工艺晋级到艺术，所以它的创造的范围开始广泛。那这个时候，当然很多的木雕师傅急于要跳脱传统，所以要走上现代感，甚至于走上国际的舞台，因此大量的吸收很多外国的元素。 Камусян также начал пробовать новые идеи в творчестве и уделять особое внимание оригинальности и художественной выразительности. 我就又回到通宵，去海边去感受。那我发现了大海的力量是最大的，所以呢，我在海边的徘徊，我发现的浪花很美，我发现的贝壳。 Море в родных краях вызвало у Камусяна воспоминания о детстве, позволило ему ощутить силу и красоту природы. Ему не терпелось выразить свои эмоции в творчестве. Он начал пробовать освободиться от оков традиционного прикладного искусства и требующего реалистичности в изображении и перейти к абстрактному творчеству. 回来的时候，我看见的木头都会产生这种幻想。那我就开始把沿海的木头如何去雕塑它，如何让这颗木头能够柔软，就像贝壳一样，有这样的一种，就像浪花，有这样的一种美感。我那时候就开始雕塑它。 По возвращении из Тунсяо Камусян создал серию работ под названием «Любовь к морскому острову Раковина». 我妈妈是因为从小是在都在农村里生活，养了很多的猪，然后她看到一反应，她说：“哎，是不是要做出草？你放在岛上，岛的在做看不出啊。那你把它立起来的时候，就是一件作品啊。” Камусян воплотил воспоминания о детстве в своем творчестве, сделав первый шаг к новаторству. В台湾文化当中有一个动物是台湾人精神的代表，就是牛，水牛。水牛特质是苦干实干，脚踏实地。 所以看到是在原先的创作，他非常的务实，很认真去学习基本的手法跟功力，然后他就开始要跳脱。那我以台湾的动物来形容，那他逐渐发现这些传统是不够的，那会被淘汰，所以他就思考怎么想办法自我跳脱。他就学习了兔子的精神，兔子就是蹦蹦跳跳。 要活泼，要非常的这个，就是有变化。
Остров Гуэшань расположен на востоке морской акватории Тайваня, в получасе езды от самого острова Тайвань. Занимает площадь около 30 тысяч квадратных километров. Название Гуэшань он получил за сходство с черепахой, что по-китайски звучит как Гуэй. Когда-то этот остров был необитаемым, но на нем часто отдыхали рыбаки. Постепенно здесь возникли поселения. С 1977 года из-за проблем с жильем и неудобств в транспорте рыбаки постепенно переехали на собственный остров Тайвань. И сегодня на Гуэшане остались только следы прежней жизни – дома, храмы, школы и прочие строения. В 1999 году Тайвань пострадал от мощного тайфуна. Шторм и ливни с корнем вырвали тысячелетние священные деревья на горе Тайпин в городе Илань. Эти деревья унесло в море и прибило к отмели островка Гуэшань. Спустя 3 года по приглашению правительства Камусян высадился на островок, чтобы применить прибившиеся течением деревья в своем творчестве. Тогда он и не думал, что эта поездка на остров Гуэшань станет абсолютно новым началом в его творчестве и в его жизни. Буйки, вынесенные на берег моря, Камусян собирал один за другим, соединил их и сделал кисть винограда. Стену украшает кусок дерева, напоминающий по форме голову быка. Белые поплавки из пенопласта, старое дерево — для художника все это уникальной красоты предметы. Спутники постепенно уехали, остался только сам Камусян. Он нашел заброшенный домик, в котором и поселился, и начал жизнь Робинзона Круза. Здесь Камусян ведет очень скромную жизнь, но его внутренний мир еще никогда не был таким насыщенным. За год, проведенный на острове Гуэшань, Камусян в каждом его уголке оставил свой след. Один за другим он собирал стволы деревьев, прибившиеся волнами к берегу. Для него эти деревья – дар небес.有杂木，有你不晓得的木头，啊，有最好的木头，当然就是宽木，牛樟、萧兰，这几种木头是台湾特有种的，但是要找到这几棵木头也很难，要一堆里面，要一直寻找，它今天打来浪打来的也不一定是有，也不一定是你发现的，啊，它是长期，有时候是埋在底下的，被浪又打醒它了，又起来了。其实看到每一件漂流木，它的这样的一种下来。 尤其我看选上的这些漂流木，它在等待一个有缘人吧。 Камусян топором счищает глину и песок с поверхности ствола дерева. Электрической пилой он снимает испорченную кору и отпиливает лишнюю часть. Постепенно старое дерево проявляет свою текстуру и аромат. 我要看里面的它的结构，它的材质是不是说很棒的？那我切开以后，我再看到里面的纹路，它的年轮，那我再来想到构思要怎么去创造它的价值。 На этом острове, где редко бывают люди, Камусян начал свой диалог с унесенными морем деревьями.
В его творческой жизни это совершенно новый опыт. Кому Сян попытался уйти от привычных навыков, получить новое вдохновение и придумать новые идеи. Чтобы приспособиться к новым условиям творчества, Кому Сян сам сделал инструменты для резьбы. Инструменты – это его непосредственные помощники и спутники. В технологическом процессе резьбы по дереву резец и другие вспомогательные инструменты играют довольно важную роль.大部分都是用这种弯刀，还有这种平的刀，好，有几项大大小小的刀。那有一些刀呢，自己再去打造，适合它的位置，里面的东西刻不进去的，那你这些刀你要自己要去做。 Каму Сян чаще всего использует электрическую пилу. В резьбе по дереву требуется поэтапно снаружи внутрь убирать ненужный материал и постепенно придавать древесине желаемую форму. Дерево – природный материал, и обычно работать с ним нужно медленно и аккуратно. Но Каму Сян все делает смело и решительно. Каму Сян вырос на берегу моря. Не раз он наблюдал, когда дует ветер, песок вдоль берега легко и быстро движется. А когда ветер утихает, поверхность песка становится гладкой. Эта картина не оставляла его равнодушным. Именно она вдохновила его сочетать разные звенья работы – резать, рубить, скашивать и выравнивать в одном. В результате он создал уникальную технику резьбы по дереву, характеризующуюся решительностью, быстротой и силой.是把不必要的消掉构思呢，那雕刻本身这个技术跟那个手艺呢，就是要淬炼，就要不断的接触，啊，一刀一刀的去感受，达到炉火纯青的这样的一个地步。 От подбора материалов до заготовки вырезания деталей в резьбе по дереву каждое звено требует точности. Изготовление одного изделия – это как зарождение новой жизни. Все трудности и радости, скрытые за этим процессом посторонним людям, остаются неведомыми. 有时候我在计算这颗木头的时候，在对话过程当中已经有把握了，结果一刀下去，完里面都是空的。 那我就那时候的灵感就被消灭了。在这种情况下遇到这样的一种遭遇，我反而我就会把它停下来。我想说，老天安排的有这个残缺，一定有它的道理。 Природа делает бревна искаженными, испорченными, гнилыми, а скульпторам приходится путем искусных замыслов и мастерства восполнять эти недостатки. В этом заключается вызов. Он и помогает понять, сможет ли мастер резьбы по дереву превратиться в успешного скульптора. 手工艺啊，就是要完全要有耐性，完全的付出。 它就会呈现出来，啊，因为这历代来，妈祖，啊，关公，啊，这种神像、佛像，啊，所传承下来的，我们按照传承的方式加以自己的一些想法，把它的神韵再表达出来。每一个雕刻家、雕刻师都不一样。 С помощью топора и пилы постепенно формируется прообраз изделия. Однако, кроме привычных образов богов, какое художественное изделие с высокой выразительностью может сделать мастер, освободившийся от оков традиций? А
Отправившись на год на остров Гуэшань, он будто сослал самого себя. Но именно в этом длительном уединении Камусян достиг полного спокойствия. Он начал думать об истине и смысле жизни. Ежедневно он бродит по берегу моря, слушает удары волн о рифы. В лицо ему дует морской ветер, и в объятиях природы он словно возвращается в прекрасное детство.在龟山岛周边呢，它是一个海上温泉。那个温泉呢，起冒起来的时候是200度，底下呢有螃蟹，它在那边生活。有一天呢，我钓到螃蟹，结果钓起来，我就开始在那边煮，结果煮不死它，它还活着。我原来想到说。 他因为他200多度的生活，怎么有可能100度的水来煮得死呢？ После этого Камусян по-новому ощутил жизнь. Он почувствовал прилив душевных сил, и вновь пробудились те фантазии, что таил он в себе еще подростком. Камусян постепенно отошел традиции и свое творчество влил глубокие размышления о жизни. Поэтому его скульптуры духовно близки людям, передают им тепло и жизненные силы. В традиционной резьбе по дереву следы срезов не видны, их специально выравнивают, чтобы показать тщательность работы. Камусян предпочитает сохранять эти места необработанными, чтобы продемонстрировать оригинальную грубую текстуру древесины. С 2002 по 2010 годы Камусян создал несколько серий работ, в том числе «Глубокие чувства и жизнь». Скульптуры из серии «Глубокие чувства» затрагивают тему близких отношений и характеризуются сочетанием абстрактности и конкретики. Выражают взаимодействие и резонанс силы и красоты. Для серии под названием «Жизнь» вдохновением послужило зачатие новой жизни. В ней чувствуются философские ноты и нежность. Старые деревья, пережившие немало на своем веку, в руках Камусяна наконец превращаются в яркие художественные изделия, обладающие мощным визуальным эффектом. Несмотря на отличие в форме, все они имеют одно общее. Это использование в полной мере контуров, трещин и текстуры деревьев для демонстрации зарождения и красоты жизни.